и исполняющий обязанности генерального консула Армении. Маряша Донабабаян! Поздравляю! Маряша Донабабаян! Поблагодарить Наилу Хачатрян, что она пригласила нас, и сегодня мы... У нас сегодня, конечно, был огромный праздник. Это праздник души, это гармония, это соприкосновение с искусством танца. Я хочу сказать, что я некоторое время нахожусь в Санкт-Петербурге, и я поняла, что во всех армянских семьях, в армянских вечерах, имя Наилы Хачатрян, ее творчество знают все. И желание, чтобы дети тоже посетили этот танцевальный ансамбль, у всех огромное. Уважаемая Наила Хачатрян, я хочу сказать, что вы делаете, конечно, огромное дело. Сегодня у нас был праздник диаспоры, и я уверена, что господин Лукачан тоже согласен со мной. Армяно-российские отношения, они испытали долгий путь, и наши отношения, они братские, они во всех политических и экономических, военных, но, конечно, особенно особняком стоит наши гуманитарные связи. И вот такой ансамбль, руководитель которого являетесь вы, являетесь как бы связующим звеном. И вы делаете очень огромное дело для укрепления армяно-российских гуманитарных связей. Позвольте от имени Генерального консульства Республики Армении зачитать почетную грамоту, которой награждается Хачатрян Наира Леоновна за активное продвижение армянского танцевального искусства и многолетнюю наставническую деятельность, направленную на углубление армяно-российских гуманитарных связей. Огромное вам спасибо. Дорогая Наира, дорогие дети, я тоже от имени Совета Армянской региональной и национальной культурной автономии хочу вас поздравить с этим праздником. Хочу сказать, что Наиру я знаю почти уже 20 лет и с неизменной любовью и уважением отношусь к ней, потому что считаю, что человек, в котором, в сердце которого побеждает добро, в этом сердце побеждает Бог, и исходя из логики сегодняшнего вечера, жизнь этого человека превращается в свечу, рядом с которой тепло, уютно и светло. И поэтому, дорогая Наира, ты все годы излучаешь это тепло, это свет, и дай тебе Бог долгих лет еще такой творческой жизни. Уже, наверное, сотни детей, тысячи детей, наверное, прошли за эти годы через этот ансамбль. Многие уже, я уверен, стали сами родителями и водят детей к тебе в ансамбль. Поэтому будь хранима Господом нашим Иисусом Христом во благо всех детей наших и во благо армяно-российской дружбы, которая, я убежден и полностью согласен с Марией Шутовой, никуда не денется. Она переживет все трудности, все перемолит и останется вечно живой. Дорогая Наира, у меня, к сожалению, не такой благородный этот самый, но содержание от этого не меняется. Храни Господь. Хочу представить Владимира Викторовича Михайленко, советника губернатора Ленинградской области по национальной политике. Профессора, кстати, моего преподавателя, когда я учился в университете. Наира и Айстан!
Чур впервые ансамбль выступает в таком формате в ресторане. Честно говоря, я даже не ожидала, что придет столько людей. Теперь я буду знать, что надо приглашать в ресторан. Все придут. Место даже не было. Спасибо вам огромное. Я бы хотел представить Розалию, которая представляет дом национальности, которая тоже пришла поздравить Наиру, потому что Розалия всегда добрый друг всей армянской общины, всегда с нами. Спасибо вам за это. Спасибо всем вам.